І в студії поруч зі мною Олена Бондаренко, народний депутат від фракції партії регіонів. Пані Олено, ваша оцінка того, що відбувається в регіонах України. Вы знаете, сейчас все комментарии могут казаться эмоциональными. Слава Богу, что на примере той же Днепропетровской области, слава Богу, что на примере города Киев, где мы сейчас находимся, действительно не сталось коллапса жилищно-коммунальной сферы. А это как раз то время, когда уж очень тонка грань между тем, когда коммунальные службы просто попросту могут не работать. И в данном случае могу сказать, что чем быстрее у нас закончатся решения, которые принимаются по принципу так называемой революционной целесообразности, чем быстрее на те ответственные посты и должности будут назначены люди с умом, с образованием, с соответствующим опытом, тем быстрее мы выберемся со своих проблем. До речі, ви чули, вже, напевно, чули деякі прізвища, які були озвучені, хто претендує на посади в уряді, наскільки ефективним може бути уряд народної довіри? Вы знаете, это покажет время. На самом деле давать сейчас оценки тому или иному назначению, которое еще к тому же еще и не состоялось, я думаю, что наверняка могут быть какие-то подвижки по этому списку уже и на завтра, на утро. Отдельные фамилии вызывают, конечно, удивление. Отдельные фамилии, например, давайте не будем сейчас по личностям. Вы знаете, я хотела бы предложить зрителям ТРК «Украина» такое вот тестовое задание. Если кто-то считает, что эти люди достойны руководить целыми министерствами, у них есть на это опыт, ну, наверняка нас смотрят с вами руководители своих предприятий, мелких или средних. Пусть рискнут и возьмут этих людей менеджерами на свои производства и доверят успех своего предприятия именно этим людям. Вы знаете, по моему экспресс-опросу пока никто на это не решился. І нагадаю, що поруч зі мною у студії сьогодні Олена Бондаренко, народний депутат України від фракції партії регіонів. Триває скандал і щодо вашого вислову, який надрукувала газета «Шпігель», німецька газета, щодо дій Беркуту, що ви вважали їх недостатньо жорсткими. Чи говорили ви це дійсно? Як це було? Давайте по порядку. Да. Вы знаете, очень сложно отвечать на этот вопрос и очень легко, потому что на самом деле такой фразы не было. И более того, как показывает развитие этого конфликта, уже сам журналист отказывается от некоторых своих высказываний. Сейчас отдельные средства массовой информации украинские ссылаются на какие-то вещи, которых я не могу найти в том же Фейсбуке и так далее. И вообще эта ситуация очень неприятна. Я ее расцениваю просто как какое-то недопонимание, если мягко так сказать. А со стороны отдельных украинских журналистов, как попытку в чем-то обидеть меня, оскорбить, унизить, возможно, нанести ущерб моей репутации. Давайте по порядку. Де відбувалася ця розмова? Хто її записував? Як її чи записував? На мене вийшла прес-служба нашої партії, яка сказала, що є необхідність дати інтерв'ю німецькому журналісту, який приїхав до нас в Україну. І він прийшов на зустріч чуть позже 9 утра в гостиницю «Київ» на першому етажі. І в це час почалися якісь непонятні нам рухи правоохоронців, тому що на той момент весь квартал був оцеплений. И мы увидели, как группы того же самого «Беркута» сначала бегут влево, потом бегут вправо, причем в полном обмундировании, и стало очень небезопасно. Мы сели в машину и отъехали дальше к лавре, и в принципе практически в машине и давалось это интервью. Что он вас запытывал? Ну, на самом деле он спрашивал очень много, и я даже не думала, что это будет интервью, я думала, что это будет комментарий, потому что, оказывается, даже не велась аудиозапись. И когда я попросила ее предоставить, журналист, к сожалению, на самом деле мне эту аудиозапись не предоставил, сославшись, что у него ее нет, и что якобы он делал какие-то всего лишь пометки в своем компьютере. И самое обидное для меня, как для бывшего журналиста, что на тот момент я даже не получила на вычетку свое собственное интервью. То есть оно вышло даже без моего разрешения, даже без того, что я... Ну, тем более я немецкого не знаю. Ну, коли журналіст «Української правди» робив своє розслідування, він знову зателефонував цьому журналістові, який друкував, і він двічі підтвердив, що
Были такие слова? Это не так. Если вспоминать саму канву разговора, что именно было спрошено и что именно было отвечено, было примерно следующее. Как вы думаете, что нужно делать в ситуации, когда конфликт будет только нарастать? И мой ответ был следующим, что я не знаю, поскольку я не правоохранитель и не участник этого конфликта со стороны Майдана. И мне сложно оценивать поведение и той, и одной стороны, и что они в этом случае должны делать. Гаразд. Тоді на даний момент Беркуту вже не існує. Ви вважаєте це добрим чи поганим? Ви знаєте, это на самом деле довольно странное решение, когда в стране сейчас просто группы бандформирования. У меня просто вопрос, как мы будем справляться с вопросом обеспечения безопасности наших граждан? Не было бы более верным, если бы в данном случае эти правоохранительные отряды «Беркут», или не знаю, как подразделение, как их назвать, можно было переформатировать как раз-таки на борьбу с бандитизмом сейчас. Потому что он идет повсеместно. Сейчас мы в партии регионов, я обращаюсь и к нашим сторонникам, и к нашим коллегам, и даже к нашим оппонентам, собираем базу так называемых преступлений против прав человека, против прав оппозиции, которые связаны именно с нападением, которые связаны с избиением, с поджогами, с препятствованием передвижения и так далее. Поэтому я прошу, не стесняйтесь, обращайтесь. Мы такую базу сейчас собираем. До речі, щодо самої партії регіонів, ви зараз в опозиції, як почуваєте себе і які плани? Ну, некомфортно, звісно. Звісно, некомфортно, але на самом деле ніхто не собирається... А скільки залишилося членів партії регіонів? Ну, чуть більше 100. Це наша бойова сотня. Я очень рассчитываю на то, что будущий наш съезд пройдет все-таки в безопасности. И хотела бы сейчас обратиться к правоохранительным органам, которые созданы новой властью. И к господину Наливайченко, и к господину Парубию, который, я так понимаю, наверное, должен возглавить СНБУ. И к господину Авакову. Обеспечьте безопасность проведения съезда оппозиции по европейским нормам демократии. Если же этого не случится, то мы тогда будем считать, что в этом есть ваше соучастие. Дякую, розмовляли ми з Оленою Бондаренко, народним депутатом від фракції партії регіонів. Дякую. Продовжуємо випуск.